Замечательно. А как в детстве побывала? Честное слово, очень хорошее впечатление. А у тебя как? Мне очень понравилось. Я никогда так в жизни не была на таких смешных концертах. Ты чувствуешь, когда ты очень долго вот ждешь какой-то подарок или что-то, и ты его получаешь, и он оправдывает твои надежды. Вот сегодня именно та самая эйфория, которая вот прям вот как-то сюда. Да, очень здорово. Нам все понравилось. Ну, и актерская игра, безусловно, и какие-то режиссерские придумки гениальные. И вообще, в принципе, такой яркий финал, то, ради чего все это делалось. И тут и 5 баллов и режиссерам, и постановщикам, и актерам, и всем тем, кто, в принципе, над этим всем работал. Потому что здесь видно, что все сделано не просто так, а с глубоким смыслом. Замечательный спектакль. Я его раз 15 или 20 смотрел, и еще приду столько же. Узнала случайно, увидела рекламу. Вспомнила, как иногда люди семейные проблемы делают из этого такую трагедию вообще безумную. Захотелось просто над всем этим посмеяться, потому что жизнь прекрасна. И все, что происходит в семье, это в первую очередь смешно. Ребенок очень боялся клоунов, реально. Я сегодня шла, так немножко настраивала ее. Ну вот все нормально, все отлично. Ну, мне очень понравилось. Так вот, в жизни редко так можно легко смеяться. Здорово. И они очень хорошо играют, и пластика у них замечательная. Мне очень понравилось. Хотя я уже в возрасте, но мне было очень хорошо, и я с удовольствием смеялась. Очень большое спасибо. День рождения у меня сегодня, и, в общем, решила вот так вот это исправить. И, в общем, мне повезло сегодня очень крупно. Я с ней сфотографировалась, и вообще все прекрасно. Я вообще очень довольна, очень. Как гротескно, как должно быть, да, в клоунаде. Ну, в общем, за душу берет, особенно концовка. Это вот эти вот потоки лавы бумажной. Это, ну, когда ты в этом участвуешь, когда ты сам в этой лаве, это супер. Это эмоции переполняет, хочется выйти в зал, стать клоуном и что-нибудь такое учудить. Мы теперь мы хотим тоже создавать семьи, рожать 500 детей. Вот, да, вот таких хорошеньких. Ну, расскажи, тебе понравилось? Да. А что больше всего понравилось? Мне клоуны. Что хотелось бы сказать по этому спектаклю, ну, я думаю, его должен увидеть каждый, как минимум. Вот, очень тепло, очень по-домашнему, очень жизненно, и я думаю, никто равнодушным точно не останется, поэтому я советую все-таки ходить. И это был мой первый визит в этот театр. И я могу сказать, что я вернусь сюда еще не раз, потому что актеры были просто на высоте, они работали с публикой и не давали заскучать никому. Я 7-й раз уже хожу. Очень интересно. И очень весело. И вообще.